Зрители, подписчики, добрый день. В общем, ребятки, праздник прошел, Пасха. Потихонечку накидываю. Сейчас повырезал эти, блин, туда-сюда. Сейчас покажу вам, что там, блин. Ну, вот уже морда у нее становится. То есть, пока я там ни решетки не чищу, ничего. В общем, накидываю пуха. То есть как она будет, вот, где-то решетку надо будет поджать, чтобы она не касалась, вот как здесь, допустим, ну, где-то подвытянуть, посмотреть вообще. Вот. Ну, вот так я, в принципе, хочу сказать, нормально, нормально. Вот. Это сядет. Вот так вот все зажмется. Только я что-то ни хрена не пойму. Я на родные отверстия посадил. Вот. Почему она так высоко стоит? Ни хрена не пойму. Тут надо будет тоже что-то, наверное, чуть-чуть выше вырезать, чтобы щуп доставать. Решетку эту резать я не буду. Вот. Ну, это я решу. Это херня все. Сейчас накину примерно, как оно будет. Вот так, ребятка, накидывается, собирается. Здесь, соответственно, пойдет решетка. Сейчас я просматриваю как раз. Здесь он зазор, палец, мизинец залазит. Значит, можно отсюда. Ну, соответственно, и тут вот. Я имею в виду эту, поняли? Вот. Здесь, да, здесь можно будет. Останется мне где-то кусок. Смотрел, я их поубирал. Вот этот кусок. Блин, все порезал, блин. Вот с этого куска как раз, ребята, получается морду закрыть. Верхнюю часть решетки. Вот здесь вот. Вот, закрыть. Ну, а так я уже все на болтике наживил. Так, что мне надо, Вот так вот я повырезал вот такие пока. Такие вот. Это было отверстие. Ну, поняли, что я порог порезал. Вот тут один отрезал. Вот второй отрезал. Вот, надо будет мне. Вот почему я и говорю, что мне без морды я не могу выставить высоту фар. Вот. Высоту фар. Ну что, уже видончик есть потихоньку. Внутри салона мне занимался. Сейчас вот надо морду собрать. Все по двору валяется. Вот. То есть сейчас я рукой засуну, а потом включу камеру. Смотрите, что я вот эту фигню отрезал по, ну, по уровню вот этой срани. Вот. А тут почему-то еще не знаю почему, решетку либо пропилить отверстие и чуть-чуть ее ниже посадить, ну, чтобы она закрыла вот эту часть. Было бы хорошо. Было бы хорошо. Поняли, за что я говорю? Вот, то есть мне надо. То есть мне надо. В общем, все, и здесь я уже подожму, подберу, то есть как у меня пойдет фара, уже буду смотреть. То есть мне тогда надо не царапать, блин. Вот, мне уже тогда надо посадить
посадить, получается, решетку эту ниже по уровню вот этого. И здесь придется, я как и говорил, наверное, пропилить чуть-чуть. Есть такой бородок у меня специально вверх. И решетку чуть-чуть ниже кинуть. Буквально насколько тут. Да нормально, блин, тут сантиметр, наверное, ребята. На сантиметр, наверное. Созванивался с Саней 56-м. Саня говорит, мне эта решетка железная. Я говорю, да не гони, блин, не может она быть железная, она алюминиевая. Здесь поподварили, там где-то была такая небольшая трещинка, подварил, здесь подварили. Даргончиком мотался. Вот. Ну, в общем, как бы так. И фару, соответственно, тогда мне уже надо будет кидать. Вот сейчас. Вот, в общем, вот так она пойдет, фара. Ну, то я уже ее буду двигать, куда мне надо. Вот. Вот так пойдет фара. Вот. То есть здесь надо будет сделать мне заклепать. Вот так вот. Эту хрень. Ну, посмотреть она как. Вот так она пойдет. Вот. В общем, тут что-то надо будет мутить мне. Я не вижу, что я там снимаю. Либо ниже, либо по центру. Блять, чтобы ее не уронить. С этим телефоном, блядь. Сраный веник, блядь. В общем, ребята, вот такое кино. Так. А самое интересное получается в другом, блин. В другом. Получается, ребята, в другом. Жопа. Смотрите, станет... Если станет бампер... Ну, то есть бампер, да, там с резинкой, или тут можно резинку сделать. Станет здесь бампер. Он же, блин, закроет, падла, пол радиатора. Вы поняли, в чем фигня? Он закроет пол радиатора, блин. Значит, надо будет делать бампер вот с такой вот нахрен. Вот с такой вот отверстием, чтобы охлаждение было, потому что радиатор он будет закрывать, ребята. В общем, такое кино, блин. Все, значит, тогда вот это надо вырезать, цеплять по месту, потом решетку пропиливать. И соответственно, когда делать бампер, на бампере надо вообще будет какую-то мутить решетку. Может быть, ее вообще вот отсюда брать, эту решетку, и хренячить донизу, чтобы она закрывала. Ну, хотя бы вот так. То есть вот эту часть она не будет закрывать, решетка, чтобы жуки там, всякая фигня не попадала. То есть бампером тут придется повозиться, потому что заводской бампер, он у него получается вот стоял, вот его крепления родные, и он вот так стоял. То есть бампер его практически там не закрывал. Вот так вот кусочек всего лишь. А тут у меня сантиметров 30, наверное, закрывает. Сейчас посмотрим. Вот сейчас мы глянем. Да, 30 сантиметров. Видите, какие четко. 30 сантиметров будет закрывать. Поэтому... Дело здесь бампер, а в бампере придется вот такую решетку вырезать и еще хренячить какую-нибудь решеточку на него. Не все так просто.